Всем привет! Мы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Воришка Боб, вторая часть. Мы сегодня заканчиваем обзор Шамвеля. Это вторая глава. Нам осталось здесь пройти. Так, туда немного залезли. Опять уровней основных. И затем в следующем обзоре мы пройдем все секретные уровни Шамвеля. А пока мне 16 уровень. Где там Ники? О, вот. Тара Дадалиш. Опять щенки, да? А папе раннинг там что-то такое. Мансри Такир. Килтер Газу. Снагару. Что нам подсказывает, мы как всегда не знаем, придется до всего додумываться своими силами. Ой. Он получается в другую сторону должен смотреть. Как-то так. Смотрим. Получается, нужно взять вот здесь какую-то вкусняшку. Теперь обойти его с этой стороны. Вот мы с ним разминулись, да? А затем берем вот здесь. Получается, нам нужно включить, скорее всего, кнопку, да? И залезть сюда. Вот, здорово. Так мы можем проехать. Вот сюда. Здесь мы вылезли. Так, и что мы делаем здесь? Обратно должны ехать, да? Прикольно. Получается, нажимаем на кнопку. А, мы должны подвинуть, наверное, ящик этот сюда. Слушайте, класс. Понял. Так. Останавливаем. Что это мы делаем? Нажали синюю кнопку. Что-то открыли или как? Я не пойму. От чего была эта синяя кнопка? Так. А, вот же дверь, слушайте. Ее сразу и не видно было даже. Вот там ходит полицейский. Смотрит прям почти на нас, да? Так. Там, я, интересно, сверху ничего не пропустил. А что это такое вообще? Ой. Вот же ж весело. Какие-то стекла. В чем нам здесь ехать? Блин. Но все же было хорошо, слушайте. Да. Получается, все нормально, кроме того, что мы нас заметили. И я еще не все взял, да? Ух, придется переиграть. Надеюсь, последний раз. Главное не переборщить со спешкой. Но теперь просто я знаю, что уже как делать, да? Так, нажимаю здесь. И поехал. То есть теперь здесь без задержек. Мне вот этой вот первой задержки, скорее всего, не хватило, да? Так, теперь я все делаю быстро. Без лишних слов. Даже пробежаться немного. Вот. Дядя, давай иди отсюда. Давай, 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 быстрей. Спрятался. Прямо на меня смотрит. Ха-ха. Прикольно. Так, собрал что-то там, какие-то батарейки для... Вот. Для чего-то там. Здесь взял все. Здесь взял.
Наверное, придется еще раз прятаться. Он успеет меня увидеть, да? Или нет? Ай-яй-яй. Ну, зато я притолкал ее сюда. Можно было, конечно, попробовать успеть уехать, но я не рискнул. Так, и что, я нажимаю на кнопку? А-а-а! Блин, чуть я не попал в просак. Все. По идее, 25 секунд я должен успеть, смотрите. Было прикольно, если бы я уехал без коробки, и опять меня камеры засекли. Так, нужно тут сейчас быстро постараться очень. Давайте, 3-4, побежали. Так, 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 хватит разговаривать. И, все, вложился. 7 секунд еще осталось. Все собрал. Не замечен. Турнир вложился. Вот так-то лучше. Идем дальше. Ох ты, получается, можно купить кучу всего со скидкой. Но я не знаю, нужно ли это мне. Я думаю, пока что не нужно. Да, не хочу я тратить монетки. Я собираю на что-то там повеселее. Так, а кто там у нас стоит, смотрит? Wiggling Tospi. Бабти Рино. Тара Дадалиш. Мансри Текир. Ой-ой-ой. И как тут быть, слушайте? Нужно как-то вычислить, как они ходят-то. Бегать нельзя, потому что иначе они меня раскусят. Они ж такие вообще. Страх. Вот, здорово. Так, теперь я могу превратиться в щенка опять, да? Ого, где он? А кого мне здесь отвлекать? Получается, его для того, чтобы он открыл мне дверь, да? Я так понимаю. Блин. Ну а дальше? Или подождите, я могу сюда щенком выйти? Нет, не могу. Ну, не закрывайся дверь. Здорово. Так, а что дальше? Опять он. Давай, выходи. О! Нет. Получается, мне нужно... А как мне здесь нужно все делать? А, вот так, да? Все, вот. Только теперь же меня могут заметить. Ой-ой-ой. Ну? Так. Как он смотрит? Блин. Да что ж такое, слушайте. Меня сейчас подставит этот щенок. Так, я быстро тут все собираю, да? А, ну это ж не все, это какой-то лимонатор, слушайте. В принципе, я и так уже много тут чего успел сделать. Ладно, выйду я. Потом переиграю, уже надеюсь, более получше. Что со временем? О, а что, вещи я все собрал? А я думал, что я не все вещи собрал. Круто, ладно, переиграю. И третий. Надеюсь, последний, честно. Очень надеюсь. Так. Аф. Давай, давай. Время, деньги. Или давай мне денег, или давай быстрее все делай. Может, как-то тут теперь подгавкнуть. Ай, он дверь закрыл. Слушайте, он дверь закрыл. А, вот это вот засада была. Засада засадная. Так, время, время. Весь вопрос во времени. Я ж не против, чтобы он и гавкал, я не против, чтобы он еще что-то делал. Так,
принципе, я могу собаку теперь спокойно. Блин, бабушка пошла. О, теперь он пошел, да? Так, а я взял третью вещь, взял. Ну, пожалуйста, отлично. 8 секунд, я все взял. И успел. Здорово, наконец-то. Все собрал, не замечен. И во время вложился, буквально почти впритык. Идем к следующей миссии. 17-я. Чакаверима. Ух ты. Спидингл Топпер. Монстри Текир. Это будет, наверное, тяжело. А, это с канализацией, где нужно канализацию вычислять. Как она там прорвет. А, закрыто. Ну уже, давай быстрее. Тут открыто, да? И что? А зачем мне сюда? О, это телепорт. Обалдеть. Все. Не понял. Да это не прикольно, слушай. Мне нужно отключить как-то это. О, отключил, да? Не? А я думал, что отключил. Вообще интересная миссия какая-то. 9 предметов нужно собрать. Я только один собрал, уже все. Ай, там же закрыто, я забыл. Ладно. Будем пробовать еще раз. Получается, мне просто нужно раз. Сразу это все дело отключить. Почему она не отключилась, слушайте. То есть я телепортировался. А, ну это ж волна все равно. Ну ладно, я взял хотя бы ключ, да? Должно же было там все отключиться. Я не успел взять ту штуку. Ладно, я пока вместе. Попробую так вот пройти, взять красный ключ. Хотя бы пособираю, что мне нужно, да? А, я тут не все взял. Так, понятно. А, все открываю, понял. Проходи, теперь осталось только пройти. Давайте еще раз. Хотя нечестно они играют. Почему меня не выпустили, если я все сделал там? Так, давайте быстрее, быстрее. Вот, справился. Так, теперь нужно не спешить, а хотя бы немного подождать. Как-то так. Ага. Вот сейчас, по идее, тоже я без ошибок делаю все. Осталось разобраться, как оттуда выйти. Так, на кнопку я нажал. Тут я все успеваю. Ну вот же, я должен выйти сюда. И что я не так делаю? Смотрите, что я не так делаю, друзья? Что я не так делаю? Кто знает? Я не пойму. Вот же место эвакуации. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, пробовать еще раз пройти? Так, а смысл, если я не знаю, что я не так совершаю? Так, вот, все хорошо. Может, мне нужно сюда будет потом вернуться?
Я даже не знаю. Ну вот же. У нас там, по-моему, один выход показывался. Вот я все беру. Что? Ну вот показывается выход. Все. А сейчас сработало. Это прикол такой был, да? Нервы помотать. Видите, все хорошо, все отлично. И вот мы открыли еще один секретный уровень. Впереди нас ждут два последних на сегодня. Какая-то больница. Так, да, он спрашивает, Боб, это больница? Там не помнишь, там что-то такое. Так, а кто там? Ай. Кто-то идет. Ого. А, спрячьте меня. Спрячьте меня. Не поворачивайся в эту сторону. Здорово. Что теперь делать? В какую сторону он будет поворачиваться? Отлично. Это было, не скажу, что прям слишком легко. Так, а здесь? Блин. Он смотрит прямо на меня, смотрите. Как же здесь быть? Ой-ой-ой. Ладно, подождем. А мне ж там ведь ключ надо как-то взять. А как его взять? Интересненько. Так, второй раз он не услышал, конечно же. Так, как он там смотрит? Получается, он смотрит туда и все? Нет, сюда тоже. Обалдеть. Правда, это все делает очень медленно, да? Я, в принципе, должен успеть это все дело провернуть. Ай, только я уже не успел по времени. Так, а что здесь? Синяя кнопка. Ничего себе, а сколько здесь должно быть? Ага. Обалдеть. А-ха-ха-ха-ха. Обалдеть. Конечно, будет тяжело там за этим аппаратом проскочить. Да идите от меня все. Я хочу на выход. Так, все собрал. Но остальное все плохо. давай, Боб, не спи. Я ж ведь уже там все хорошо, по идее, прошел. Зачем было так вот меня подставлять? Успею я или нет здесь? Успел. Отдохну как раз теперь. Это еще лишние пару секунд запаса. Когда я отдыхаю там. Все, отлично. Я настроен сейчас очень решительно все-таки пройти эту миссию. Охранник вообще глухой. Я тут бегаю вокруг него как... Не знаю кто. Как паровоз. Приготовились. О, здорово, смотрите. Меня не заметили. Так, у меня есть 30 секунд, я все-таки подожду, наверное, его, пока он вернется. Как он там снизу разворачивается, нужно понять.
Ага, в ту сторону. Может пойти за ним, когда он будет внизу? Наверное, так и нужно сделать, смотрите. Вот, отлично. 11 секунд, и я прошел. Все собрал. Не замечен. И во время ложился. Вуаля. Ну что ж, 20 уровень. Самый последний в этой игре, может быть, самый сложный. Хотя в предыдущей главе последний был не самый сложный. Придется, наверное, с Ники расстаться. Жалко. Хорошая девочка. Talk of a Remo. Spidingle Topper. Так. Отлично. Ох, там и собачками придется баловаться. Так, а что здесь? Обалдеть. А, тут собачку нужно звать, да, на помощь? Он что, глухой? Ох ты! Как мне туда попасть? Ой, пока рано прятаться. Ага, понял. Вот собачка опять какая. Это же, да? Понял, кажется, смотрите систему. Теперь гавкаю здесь, да? Как-то так. Теперь прячусь сюда. Тот дядя идет, полицейский. Вон туда. Я тут все беру. И проскакиваю наверх. Ой-ой-ой. Блин, он что, меня не увидел? Значит, мне повезло. А тот смотрит, смотрите, прям вверх. Как же быть? Ага, получается, если эту кнопку нажму, нужно было ее нажимать позже. Да, видите? Аха-ха-ха-ха. Что-то пошло не так, как говорится. Но зато я уже знаю, как что проходить. Во всяком случае, до того момента, где я проиграл. Остальное это мелочи. Так, собачка. Папи, папи. Так, еще раз собачка. Кстати, давай уже уходи. Дядя, как ты долго тут застрял? Давай. Здорово. Все получается. Вот так вот. Ага, мне нужно сюда, в принципе, успеть можно. Так, это, конечно, все хорошо. Ай-яй-яй. А как мне здесь нужно было делать? А вот этого я не знал. Собачка, что ли, пробежать? Аж туда. Ну, сейчас меня здесь заметят, да? Ну да. А как было здесь пройти? Я не пойму. Вот я все собираю. А здесь что, дверь какая-то есть? Тут ничего нет. Может, тут какой-то выход? Нет, тут тоже никакого выхода нет. Как же мне там пройти? Ну, не знаю. Как его обмануть-то?
Ха-ха-ха-ха. Ой, ужас. Я, кажется, начал понимать, как ее пройти. Получается, мне охранника там никак не обмануть сверху. Мне, получается, нужно, чтобы его затопило. А пока его притопят, я быстренько должен пробежать. Как-то так. Конечно, идейка не очень. Но надеюсь, у меня все получится. Других вариантов у меня просто уже нет. Давай, давай, охранник, давай. Меня не забудь. Так, здорово. Тут все идет по плану. Надеюсь, у меня план хороший, и дальше он будет тоже идти. Все по плану. Потому что, в принципе, на обратную дорогу у меня уже времени как бы не остается. Ой. Не смотри на меня так. Тут я все взял. Получается, что? Ну давай. Охранников этих он затапливает, все, да? Все отлично. Теперь мне нужно успеть вот здесь все сделать. Как-то так, вот да, видите? Я правильно мыслил, получается... вот. А где я не взял одну еще вещь? А, все взял, 12. Незамечен, и все прошло. А я голову ломал себе, как пройти того охранника отвлечь. А видите, его не нужно было отвлекать, его нужно было просто притопить. А, ну что ж, друзья. Вот, 20 миссий пройдено. Круто. Все отлично, как вы видите, из этой заставки. Ох ты, такой милый котенок, как профессор. Видно, профессор в него переселился. Так что нам еще предстоит много чего сделать. А в следующем обзоре мы не будем переходить к следующей главе, видите? А что-то там Сигал, Бэй. Мы пройдем 1, 2, 3, 4, 5. По-моему, у нас 5 миссий секретных осталось. Вот они все. И мы их пройдем в следующем обзоре. Поэтому, если вы хотите узнать, что же в этих секретных миссиях, чем они отличаются от обычных, то следите за нашими новинками, и буквально послезавтра вы узнаете, что же там такое у нас в этих миссиях. А также, если вы смотрите наш канал и вам понравилось это прохождение, то поддержите это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте поделиться с друзьями, а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. На сегодня все, всем спасибо за просмотр и до новых встреч, оставайтесь с нами, дальше будет только интересней, пока-пока!